кто соскучился по обильному снегопаду, долго ждать не пришлось. Одинцово замело не на шутку. И если дети этому только рады, взрослым такая погода сулит множество проблем. Особенно тяжело водителям. Машину начинают заносить, ухудшается видимость на дороге, а выехать из двора порой практически невозможно. Больше всего жалоб приходит из лесного городка и Трехгорки. Там жителям приходится самостоятельно расчищать себе дорогу, чтобы выехать. Сейчас мы находимся в Новой Трехгорке. Проехал по улице Чистяковой, по Кутузовской. Внутри новых Трехгорки ситуация очень тяжелая. Большое количество машин, большое количество снега. Сейчас мы бросили силы нашего муниципального бюджетного учреждения. Также для того, чтобы убирать дороги общего пользования. Жители обратили внимание, что основные магистрали и шоссе убираются качественно. Серьезных проблем здесь нет. Совсем по-другому обстоят дела с уборкой дворов. За нее несут ответственность управляющие компании. Хотя далеко не все из них справляются со своими обязанностями. Теперь недобросовестные управленцы могут попасть под штрафные санкции. Мы совместно с Адмтехнадзором буквально завтра, опять же, на нашем совещании проработаем более жесткий режим реагирования. И будем штрафовать всех тех и собственников, и управляющих компаний, которые обязаны по закону благоустройства убирать привязанные к ним территории. Одно из самых серьезных препятствий при очистке снега – это оставленный на дороге транспорт. Уборочная техника зачастую не может проехать между машинами и бордюром. Приходится вычищать снег вручную или вызывать эвакуатор. С его помощью автомобиль поднимают, убирают под ним снег, а потом ставят машину обратно. Но для этого требуется много людей и техники. Задействовано в среднем в сутки только на уборку снега и на вывоз порядка 50 единиц техники, 30 самосвалов. Вот, соответствующая погрузочная техника, плюс работает городской МУП, вот, который занимается перемещением транспорта. Начальство ругает, службы работают, а снег все метет и метет. Так может, каждому стоит взять в руки лопату и помочь любимому городу справиться со снегопадом? Именно так и сделали Дарья Киреева, Станислав Трифонов и телекомпания «Одинцово».